В Екатеринбурге начали готовить волонтеров к Олимпиаде в Сочи. Для этого в столицу Урала прибыло более 250 добровольцев со всей России. В течение двух дней группу, которой предстоит работать на зимних играх, будут обучать на базе Уральского федерального университета. Ведут занятия тренеры из Сочи. Добровольцам они рассказывают, какую роль каждый будет играть на Олимпиаде. На тренингах волонтеров научат встречать зрителей, следить за порядком в спорткомплексах, предотвращать ЧП, проведут курсы общения со спортсменами и почетными гостями зимних Олимпийских игр. Нас учили, как правильно вести себя на объектах, что будет, как нам встречать гостей, что можно, что нельзя, что нельзя приносить спиртные напитки, как общаться с инвалидами, как их нельзя называть, что мы, например, не знали, что спортсменов нельзя называть спортсменами, их нужно называть атлетами.